Всем здравствуйте, с вами я, Чарли, я играю на лучшем сервере Reality World. А мы поехали и пишем, естественно, RTP, Reality World, RTP NR, и ищем игроков. А, да, за каждый килл я буду получать плюс 50 реликов, то есть у меня сейчас 157 реликов, а у меня будет 207 реликов, поэтому... Вот я тут нашел игрока, и он сразу в PvP, да-да-да-да-да. Так, ага, да. О, даже двух игроков. Ах, какие вы, а? Ах, какие, ага. Так. Понятно, я сдох. ТП. О, принял. Уже не надо. Так, ага. Так. И сейчас будет мой первый килл. Давай. Всё. Ох. Первый килл, и сейчас я получу свои 50. Еще один килл сейчас будет на нем. Прямо сейчас на нем. И еще два килла сделаю. Так, давай, так, ага. Если что, один и тот же игрок, можно его убивать два раза, но потом уже нельзя. То есть следующего игрока я не смогу два раза убить и получить 100 реликов одновременно. Ну, да, пофиг, взрыв. Сейчас я получу свои 100 реликов. И вот я получу свои 100 реликов. И давайте, знаете что? Я, конечно, понимаю, да, это немножко будет нечестно с моей стороны, потому что вам интересует, но я... Да, я возьму эту штуку. Да, я понимаю, я все прекрасно понимаю, да, вам не нравится такое, вам не нравится... Да, я все понимаю. Но я считаю просто кайф таким заниматься, потому что я просто сейчас буду убивать людей. Ну, просто буду убивать и все. Просто пишу. Ага. ТП-раздача. Просто ТП-раздача, и к нам палю, бас, кто-то тэпнемся, и мы его, естественно убьем. И получим свои законы, 50 реликов. И все будет у нас хорошо. Так, ТП-раздача, и да, дорога. No. А что, у нас есть скин драгона? Я его хочу вам отдать. Ну, естественно, не хочу. Я хочу просто разогрифить и грифер. Настоящий, натуральный. И, самое главное, нечестный. Абсолютно нечестный. Ждем, когда кто-то... О, к нам хотят телепортироваться. Ой, ё-моё. Ой, ёбстадэй. Ты у нас. Твои... Ой, так я хочу тебя. О, кайф. О, хлебушек, прикольно. Еще к нам кто-то тапнулся. А, надо еще дождаться в режиме PvP. Мы находимся. Это, в принципе, было легко убить этого игрока, да. И знаете что, давайте я сразу задоначу 150 реликов, когда мы убьем, получается, уже... Так, сейчас скажу вам. Раз. Так, 50 реликов и еще два раза, когда убьем, тогда... Ну, он, естественно, пишет скам, но чё? Так, давай. Всё, кайф. Это нам не нужно. Это может человек забирать. Так, и вот это последнее надо принять и убить его. Естественно, ну, в принципе, чё тут, ничего интересного нету. Так, ну вот это прикольная штучка, это нам не нужно, это чё-то нам может пригодиться, это всё тоже нам не нужно. Так, сколько еще ждать? И я уже хочу побыстрее убить еще одного игрока и получить свои законные 50 реликов. Да, и законные свои 150 реликов. Ага, да. И ты у нас плюс мои 50 реликов. Так, умирай. Кайф. Еще плюс вот эта штучка. А я доначу свои 150 реликов. Давайте. Раз, два, три. Хоп. И, как я вам говорил, у меня плюс 150 реликов, у меня 400 реликов уже есть на балансе. Это очень замечательно, это, я бы сказал, просто великолепно. Да, я бы так даже сказал, это просто великолепно. И давайте запасаться к следующим игрокам и скамить людей, зарабатывать релики. Это ли же не кайф? Это вообще, я считаю, кайфы полнейшие. Мне кажется, реально кайфы полнейшие. Давайте дальше скамить игроков. ТП, раздача, алмаз. ТП, раздача, алмаз. Все, так.
Я думаю, кто-нибудь дотепнется. И я получу свои законные еще плюс 53 лейков. А в этом ролике я чувствую, я солью очень много баблишка. Да, я думаю, уже... А что? 407 реликов, это 407 рублей. Ну так, для спойлера. А я уже слил так прилично бабла. Давайте ждать, пока ко мне кто-то поднесется с этих сообщений. ТП, раздача, алмов. Вот, ТП, раздача, алмов. И это будет великолепно. Давайте даже поменяю себе префикс. О, ко мне уже кто-то телепортируется. Так, ага. Так. Бани, серьезно. Мне кажется, это за бани можно и побольше реликов себе накину. Ну так 100, знаете, они бесят, как обычно. А как будто банят. Да, ладно, так. Понятно. Я тебе буду 2 часа сейчас за тобой бежать, я даже не буду за тобой бежать. Мне лень. Так, зря ты не бежишь. Хотя нет, плюс мне. Плюс 50 реликов. Так, еще принимаем. А, и в режиме PvP нельзя. Да. Так. Давайте просто стрельну луком. Ага. Давай. Сейчас. Ну ладно, фиг с тобой. Ты летаешь, ты молодец. Ты реально молодец. Ну, я просто прописываю RTP дефолт. Пока. Все, теперь можно делать килы. Так, 50 реликов у меня есть. И делаем еще плюс 100 реликов. У меня уже должно быть плюс 100 реликов. И мы давайте еще сделаем 2 кила. И я задоначу себе эти 200 реликов, естественно. Вот. Давайте, там, у меня еще вот этот игрок был, вроде как. И его давайте тоже примем и убьем, естественно. Я уже заработал так нормально реликов. У меня уже будет 600 реликов, как вы понимаете. А это очень круто. Я бы сказал, замечательно. Просто великолепно. А? Так. О, кайф. Так. Ха! Убили. И у нас 200 реликов плюс на баланс. А я их буду сейчас пойду донатить. Давайте. 1, 2, 3. А, 600 реликов на балансе есть. Значит, можно еще кого-нибудь убить. Так, тебя. Тебе нельзя, да. Давайте тогда пишем ту же самую надпись ТП. Раздача. И все, и получим свои законные реликвии, да. Мне ведь не хочется просто так донатить эти деньги. Хочется как-то, ну, символичнее заснять ролик. Вот и доначу. Это все, естественно, для вас, мои любимые, многоуважаемые подписчики. Вы ведь у меня реально такие. Так, а у нас еще игрок. Так. Ага. Ты у нас иди сюда. О, оверлорд, как будто тебя хочется слить, а? Так. Давай, и. Так, убивайся. О, убит. Кайф. Мы убили еще одного игрока. У нас второе ТП. И мы его тоже сейчас быстренько сольем, когда у меня, естественно, пройдет вот это КТ. И да, и это плюс еще 50 реликов. Как же это великолепно. Ах, просто замечательно. Обожаю такие денечки, когда я снимаю такие прекрасные ролики. Это же ли не кайф? Получать релики за убийство. Вы понимаете, вы бы хотели, чтобы вы не донатите, а получали. Ну, то есть, вам кто-то донатил. Я бы очень хотел, но... Увы, не могу. Увы, у меня нет таких людей, которые мне бы донатили. О, 100 реликов на баланс. Сейчас их задоначу, естественно. А вот я уже задонатил эти самые 100 реликов. И у меня на балансе 707 реликов. Как это великолепно. И сейчас еще плюс... Да, я знаю. Я знаю. Пока, чел. Пока. Нет. Такого я не хотел. Так. Едим. Живем. Так. Живем. Ух. Ах. Вот ты, конечно, офигевшая мразь. Извиняюсь за свой базар. Гнилой. Живем. Я не выживу.
Естественно. Так. А, боже мой, я сейчас сдохну тут. Извиняюсь, извиняюсь. Да, я понимаю, я понимаю. Я вам на... Да, я понимаю, я понимаю. А, так, тут еще надо выжить, а? Ну, если я сдохну, в принципе, ничего страшного. Фух. Он, надеюсь, от меня... А, нет, он прям ко мне топится. О, нет, о, нет. У меня осталось... А... Ох, ладно, это, так сказать, моя карма. Так называемая, буду ее называть. Да, это моя реальная карма. Просто он меня убьет сейчас в два счета. У меня еще нету. Да, я тут не выживу. Это тут просто габелла. Тут просто габелла. Тут просто габельщина. Давайте я даже сольюсь ему. Это просто габельщина. Так. Ах, о, боже мой. Ну да, естественно, я сольюсь, но. Ничего страшного, мы не расстраиваемся, мы мужики. Мы идем дальше. 700 реликов того стоили, я считаю. 700 реликов того стоили. Реально того стоили. Без шуток, того стоили. Так, а мы берем, получается, кит. Хотя, что, я, в принципе, думаю, солью кого-нибудь. Так, ага. Даже без китов каких-либо. Так, просто делаем вот так и включаем, естественно, fly. Мы можем летать, это очень круто. NR, V1, понятно. Так, давайте сюда скажем... Так, ТП, раздача. ТП, раздача. Я думаю, какой-то лошок точно. Ну, мне надо, чтобы два лошка тэпнулись, я их убью. И, в принципе, на этом можно ролик заканчивать, я считаю, потому что, да, уже один лошок ТПС. Надеюсь, это реально лошок, а не какой-то там... Так, давай. Ай-яй-яй. О нет. А, меня убили. Не лошок. Ладно, забираю свои слова себе в жопу, как говорится, знаете ли. Не лошок оказался этот чел. Так, а, ну это, как бы говорится, можно такое и убить, а? Такое, такую прелесть. Надеюсь, я реально ее убью сейчас, а не она меня, что называется, а? Так, ага. Потому что она меня может убить, но она не этот, не догадывается. У нее либо нет меча, я либо не знаю что. Так, я сейчас ее убью и все. А, у нее реально нету. Ладно, броню возьму. Так, это один килл, это плюс 53 реликов. Запомнили и... Я напишу еще раз это сообщение и получу еще плюс 50 реликов, и будет у меня на балансе 800 реликов. ТП. Раздача. Ждем, когда эти, ну, 8 секунд пройдут, и я убью одного челика, и все. Еще одного, и хватит с меня. Реально хватит. Так, ага. ТП. Раздача. Да, реально раздача. Раздача, я пока фидусь. Фид. Все, нормально. Сделаю себе фид. И давайте последнего игрока уже убьем. На сегодня хватит, я считаю. Теперь раздача алмов. Все, теперь раздача алмов. И у меня будет, получается, 800 реликов. Это ли не кайф? Так, принимаем, естественно, ТП. Так. А надо его сейчас убить. И убиваем его до конца. Так. А, сейчас убьем его. Тут осталось всего ничего. Он сейчас, мне кажется, сдохнет. Ну и у меня еще есть, если что, одно ТП. Если что, его убьем. Так, давай. Да что ты убегаешь? Не убегай. Не убегай, я тебя все равно достану. Не убегай, я тебя достану в любом случае. Давай. Ну давай, я хочу убить. Ну, блин, дай мне тебя убить. Пожалуйста. У тебя так мало хп, мне надо тебя убить срочно. Быстрее. О, нет. Воду, понятно. Хотя можно еще попробовать. Давай, я тебя просто убью и все. И ты у нас будешь себе отдыхать потом. Давай. Ага.
Так, давай, хорошо, поехали, хорошо. Но мне кажется, я лучше буду. Мне кажется, я буду реально лучше тебя. Так. Я думала, я вообще нубас в ПВП, но я еще что-то видеть и могу. А еще видите, как скиллы есть, что называется. Наконец-то. Меня 813 перевели. О, это было сложно. Вы видели это реально сложно. И давайте прощаемся уже. Наконец-то меня на хате. Фух, это реально было сложно. Я просто попахался, как не знаю что. Просто попахался, просто не могу. Это было очень сложно. И, фух. Он. Ну что ж, ребята, и хочу вам сказать всем пока. Удачи. Удачки, поставьте лайки, поставьте колокольчики, ставьте все и пока.